Прихожане Екатерининского кафедрального собора встречали бронзового гостя. Накануне в Краснодар из Москвы прибыл колокол, отлитый специально для сочинского храма нерукотворного образа Христа Спасителя. Двухтонного гостя можно смело назвать рекордсменом. На его изготовление ушел всего месяц. Обычно колокола такого масштаба изготавливают в три раза дольше. В столице Кубани он был проездом и уже вечером отправился в Сочи. В новом храме Олимпийской столицы его установили сегодня, а в среду его можно будет услышать. Патриарх Кирилл совершит молебен в храме нерукотворного образа Христа Спасителя об успешном выступлении российской сборной на зимних играх в Сочи. Этот колокол первый из новой звонницы еще. К нему будет добавлено еще 11 колоколов, но уже меньшего веса, то есть он самый главный будет в звукоряде. И сейчас там есть еще звонницы, и это будет две друг напротив друга находящиеся звонницы, и будут одновременно звонить, будет такой стереоэффект. Но это будет уже впоследствии, где-то в апреле. И хотя из машины доставать колокол не стали, впечатление он произвел на всех прихожан. Здесь же каждый желающий смог ударить в малую звонницу, которая сопровождает колокол на пути в Сочи. А сотрудники Международного центра колокольного искусства дали краткий мастер-класс по игре на колоколах. Продеваем руку между первым и вторым. И вот таким образом замок включаем. И мы можем управлять всеми тремя колоколами.